Сегодня день памяти и скорби. Ровно 76 лет назад началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в истории человечества. Она унесла свыше 26 миллионов жизней только в нашей стране. Герои Великой Отечественной, защитники современной России и их дети. Связь поколений на одной отдельно взятой площади. В сквере у Центрального аппарата Росгвардии в Москве собрались те, кто не понаслышке знает, что такое Родину защищать. К памятнику воинам внутренних войск собравшиеся принесли цветы и лампады. О погибших они не только говорили, но и молились. Но и спаслись душой.